Хочу поделиться, ребятушки, с вами красотищей, которую у нас сделали в городе Братске на Братской ГЭС. Это река Ангара. Сейчас я вам покажу просто прекрасно, отличнейший вид. Идем. Вот здесь у нас сделали смотровую площадку. Конечно, сейчас плохо видно. Ночь, но тем не менее. И вот там оттуда, видите, сдалека начинается ГЭС. Специально переключил камеру, чтобы, если можно было, мне увеличить. Вот там у нас начинается ГЭС. Большая ГЭС, она 100-метровая. И вот там сейчас сделали такую красивущую подсветочку. И мы с вами пойдем и посмотрим. Это, скажем так, наше чудо света. Красивое чудо света братской земли. Ну, второе. Первое — это моя жена. Вон она у нас. Моя жена стоит, красавица. Идем, идем, смотрим. Смотрите, сколько огней сделали вот эту подсветку декоративную. И она просто красивая. На самом деле. Светочка. Ку-ку. Вот она, красота-то первая города Братска. Смотрите, вот она. А вон там вторая. Обратите внимание, просто круто сделали. Реально круто смотрится. Здесь маленечко деревья загораживают. Вот их бы еще срезали, было бы вообще здорово. Вот так увеличиваю. И смотрите, снизу вот там какой-то написано L+ групп. Смотрите, красота. Прям реально красиво. И клево смотрится. Вот такое вот чудо чудесное сделали у нас в городе Братске. Она очень большая, длинная. Так, дорогие друзья, ну, все, что я вам хотел показать. Подписывайтесь на канал, делитесь видео со своими друзьями в социальных сетях, ставьте лайки, пишите комментарии. Естественно, если видосы моего канала вам нравятся.